В эфире информационная программа «Пульс города». В студии Ирина Ясаченко. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашей программе. Комплектование детских садов выходит на финишную прямую. Сколько малышей пока остаются неустроенными? Спасибо за праздник. Организации и предприятия города поблагодарили за участие в подготовке празднования 9 мая. «Ангелы на дороге». Курсанты школы мужества и ГИБДД провели совместную акцию. «Ангел на дороге». Под таким названием сегодня в Кандалакше прошла акция дорожной полиции. Вместе со стражами порядка водителям о безопасности напомнили курсанты школы мужества. Есть такая поговорка – не лети быстрее своего ангела. Однако нередко водители забывают об этом, подвергая не только свою жизнь опасности, но и жизни других. Еще раз напомнить автовладельцам о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге решили юные помощники автоинспекторов. А чтобы взрослые прониклись, подготовили памятки с изображением ангела и стихи. Данная акция проводится у нас первый раз на территории Кандалакшского района. Посвящена она всероссийскому профилактическому мероприятию «Внимание, дети!». Цель данного мероприятия – как можно больше привлечь участников дорожного движения к проблеме аварийности детского дорожно-транспортного травматизма. Хочется обратиться к водителям, чтобы они были более внимательнее, соблюдали правила, предоставляли преимущество пешеходу. Приближается в летнее время, пора каникул. Поэтому детей будет находиться на улице больше, и хочется, чтобы водители это учитывали и были как можно более внимательны и осторожны. Представители ГИБДД признают, количество ДТП с участием несовершеннолетних в Заполярье увеличилось. С начала этого года на дорогах области в авариях пострадали 15 ребят. В большинстве случаев виноваты водители, которые не предоставили преимущество другим участникам движения. Именно к ним, лихачам и торопыгам, сегодня и обратились ребята. Водитель, если видишь знак, здесь пешеходный переход. Ты скорость сбавь и посмотри. Быть может, здесь малыш идет. Он в школу поскорее спешит, чтобы много знаний получить. Он хочет жить, расти, любить. А ты, водитель, может сбить на переходе малыша. А надо ехать не спеша. Муниципальная комиссия по комплектованию дошкольных учреждений завершает свою работу. На сегодняшний день специалистами уже сформированы списки детей, которые осенью этого года поступят в детские сады. О том, когда начнут выдавать путевки, направления и какова реальная очередность в детские сады, смотрите далее. Работа по комплектованию дошкольных учреждений Кандалакшского района на новый учебный год началась с 1 апреля. Напомним, что с некоторых пор данный процесс организован с использованием автоматизированной системы «Электронный детский сад». В данной системе было зарегистрировано 400 малышей. Большая часть из них, а если быть точным, 362 ребенка, уже 1 сентября пойдут в детский сад. Таким образом, мы можем сказать, что большая часть детей, стоящая в очередь, и претендующие на место в детском саду с 1 сентября, распределены по детским учреждениям. Хотя я хочу заметить, что не стоит расстраиваться родителям, дети которых еще не распределены в детские сады. Потому что, во-первых, по согласованию с родителями, законными представителями этих детей, место может быть предоставлено, временное место, либо в 35-м детском саду, либо в 3-м детском саду. Вакантные места в этих дошкольных учреждениях у нас еще закрыты не в полном объеме. Ну и кроме этого, ежегодно в сентябре месяце у нас всегда проходит сверка по зачислению детей в детские сады с 1 сентября. И всегда проводится еще дополнительное комплектование групп детских садов. В любом случае данная категория детей находится на контроле управления образования и на контроле муниципальной комиссии по комплектованию. К
1 июня на сайте Управления образования появится информация о комплектовании детских садов. Начнется выдача путевок в дошкольные учреждения. За их получением родителям малышей необходимо обращаться в кабинет номер 426 администрации района. Как отмечают специалисты, бежать за направлением в детский сад в первый день лета вовсе не обязательно. Выдача документов родителям или законным представителям малышей будет производиться в два этапа – с 1 по 30 июня и с 10 по 31 августа. Далее коротко о других заметных событиях. Каскад Невский ГЭС сообщает о производстве холостых сбросов воды через водосброс Легкоминского гидроузла Книжегубская ГЭС. Сбросы будут производиться в течение двух дней, 25 и 26 мая. Расход воды при этом составит 360 кубометров в секунду. В Умбе началась подготовка к ежегодным соревнованиям «Поморская гребная регата 2015». В этом году они пройдут уже в 18-й раз в акватории Малой Перегубы 20 июня. К участию в соревнованиях приглашаются все желающие, достигшие 16 лет, имеющие деревянную лодку, карба с подъездок или арендующие ее у местных жителей и предварительно подавшие в оргкомитет заявку на участие в регате. ОАО «Мурманэнергосбыт» выставит кандалакшанам счета за установку общедомовых приборов учета тепла. Квитанции будут выпущены в июне текущего года. Платежки, как уточнили в компании, получат потребители, проживающие по адресам: улица Первомайская, дом 55, 57, улица Кировская, дом 33 и 37, улица Данилова, дом 7 и дом 54, улица Спекова, дом 4 и улица 50 лет Октября, дом 12. Начисления для каждого помещения индивидуальны. Общая стоимость прибора распределяется по площади, занимаемой собственниками. При этом у каждого потребителя есть выбор – оплатить начисление сразу, либо поэтапно. Период рассрочки – до 5 лет. В этом случае сумма, которая приходится на 1 квадратный метр, будет увеличена с учетом ставки рефинансирования. Жители трех населенных пунктов Заполярья – Ревды, Зареченска и Зеленоборского – теперь смогут оплачивать взнос на капремонт на почте без комиссии. Это касается только тех собственников, которые сберегают средства на капитальный ремонт в общем котле или открыли специальный счет в Россельхозбанке. Соответствующая договоренность достигнута между фондом капитального ремонта и Россельхозбанком. Сияющий горн, звонкий барабан и цвета крови галстук – атрибуты пионерского детства большинства кандалакшан. Дружина, равняясь, смирно. Кажется, мурашки по душе пробегают при воспоминаниях об общих построениях. А голос отрядного запевалы, а походы, а сбор макулатуры и металлолома, а пионерские костры с искрами, улетающими в небо. Все это, увы, осталось в прошлом. Но это было так здорово. Сегодня, 19 мая, день рождения пионерской организации. Проходит он без парадов красногалстучных по центральным площадям городов. Но этот день не забыт. Останется в памяти благодарных жителей города и имя самого главного запевала кандалакшских мальчишек и девчонок 60-х, 70-х, 80-х и последующих лет. Светлана Алексеевна Крылова, бессменный директор Дома пионеров, а затем и Центра «Ровесник». Вся жизнь ее была яркой, как тот пионерский галстук, которому она преданно служила всю свою жизнь. Даже в то время, когда он вышел из политической моды. Что ж, мода меняется, пристрастия остаются. Любовь к детям, забота об их духовном и интеллектуальном развитии были главными приоритетами в жизни Светланы Алексеевны. «Будь готов», будто звучит сегодня прощальный боевой призыв бывшей пионервожатой школьной дружины. Мы уверены, что обязательно найдутся среди нас люди, способные в любой момент ответить: «Всегда готов». Сегодня в Большом зале администрации чествовали всех, кто принял участие в подготовке и проведении массовых мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Празднование Дня Победы, 70-ю годовщину которой вся страна отмечала 9 мая, в Кандалакше прошло на высоком уровне. Парад, шествие, массовое гуляние, по признанию многих жителей нашего города, запомнится надолго. Но отгремели салюты, спеты все песни, и даже главная сцена разобрана. Пришло время чествовать тех, кто внес свой вклад в общее дело, в подготовку, организацию и проведение всех мероприятий. Сегодня от имени руководства района руководители организаций и предприятий были отмечены грамотами и благодарственными письмами. Праздник – дело серьезное, и здесь мелочей не бывает. Важно, чтобы не было равнодушных. Работники предприятий, организаций и учреждений Кандалакши, независимо от формы собственности, активно включились в процесс. Украсили улицы, провели субботники, организовали концертные программы, провели социально значимые акции, посетили на дому ветеранов. Всех дел не перечесть, как и не рассказать о всех, кто участвовал в подготовке празднования.
Это все новости, которые мы успели подготовить для вас сегодня. Далее вас ждет блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго и до встречи!